Хорош. Хорош, Паш. Вот, вот. Алкаш, Пашка, извини, пожалуйста. Пашка. Я наподливил. Как будто на камере, как будто ты это. Я смачно наподливился. Какой-то из рода Джексонов. Ну, типа Майкл, там брат какой-то это. Ну там целый. Отлично! Камон, Бруксби! Нахуй ты его прощаешь, вот так играй. Он так не как бы будет попадать.
Ебой. Ебой. Приличная такая вот. Ух ты, блин, я думал попадет. Чуйка. Ну, у меня была чуйка реально на попадание, там, наверное, небольшое, микроскопическое. Скорее всего, да. Вот, и... Отлично. Блять, хуёво, блядь, себе плохо. Да, туда было коварно от Пашки. А ему надо было выходить. Ну, там все равно, блин, срезался мяч так. Давай, давай, давай! Самурай Джек. Мучо! Мучо-мучо. Тертусу мочим. Ржака, пиздец. Не чувствую, мне, ну и скоро от Валера прилетит мячик на поебал. Пашка, он кто? Паша? Да, стесняется играть. Стесняется. Я не думаю. Ну, сейчас стесняется. Я бы вот после такого заряда я бы въебал сразу со второй, блядь. Просто вот въебал бы прям в ноги куда-нибудь там. Ну, неважно куда, я бы просто ударил по мячу. Со всей дури. Я тебе про это и говорил еще в этом в первом свече. Вот это вот поддавливание. Здесь нужна фетуха. Паша есть? Курить же он бросил. Ненадолго пока. Вот, вот этот. Мучат! Я как из Австралии фанат, я педалист, короче. Ой, осуждаюсь. Не Кириус. Да. Не Кокенакис. Кстати, у них заруба будет друзья. Скоро на US Open. А, уже? Они в первом круге играют. Вместе? Да. Ну, это три тайбрейка будет. Не знаю, мне кажется, Кириллс хорошо брейкнет его. Не-не, Кенакис не хуже подает встречи. И полет. Важный розыгрыш.
Охуеть. Как же он это под конец игры понял? Меня сними. Мучос. Мучо-мачо. Мачу-пикчу. Пашич, мачи. Больше на любом другом матче от этого парня вы не увидите. Мачи. Сейчас все четко ты сыграл. Нет, все классно. Очень хорошо. Главное, хладнокровно, без эмоций выйти на подачу. Это самое сложное, кстати, что будет. Или мы увидим тайм-брейк. Камон! Вот так. Зарядись. Вот так. Еще пару. Лучше! Вот он. Хорош. Вот он. Вот он. Дали все игру. Камон! Yes, yes.